И всем привет, ребята, уже вышел новый скин на тотем паника. Я не ожидал, что выйдет именно на него. Я думал на какого-нибудь там поп-голоса или Кэнди, но вышел все же он. Вот его ж и этот, ну, ивент такой, короче. Там приманки всех разрабов. Сейчас мы будем ловить его. Надеюсь, поймаем. Погнали. Так. Do not interact if you are Token Terror, Dark Total Panic 666, or the nefarious Dr. Fredbear. Это получается смесь мангл и... Ну, короче, вы сами сейчас поймете, как он работает. Я боюсь. Так, я 10 деталей собрал? Нет. А то я сейчас лучше не буду рисковать, а делаю маску все-таки. Если я 10 деталей не собрал, это будет фигня полная. Если я не одену маску. Так, да, я собрал 10 деталей. Надеюсь, выпьем этот костюм. И... давай. Обидно, конечно, хоть я ничего не выбил, но так и должно быть, что должно быть обидно. Ладно, ловим второго и потом еще третьего. Надеюсь, мы выбьем хотя бы иконку, может, костюм, не знаю, как пойдет. Sure.
сломался. Так, вы выиграли. Блин. Надеюсь, я выиграю. Нифига. Ладно. Надежда еще есть, ведь у нас есть еще один Тотем Паник. Торт Тотем Паник. Или как вам угодно назвать. Кстати, я что-то очень часто молчу. И мы, кстати, выиграли. Так, это все дело надо заскринить. Вот скрин. Ладно, сейчас мы ее примерим, мы будем прощаться. Вот такая вот иконка. Ну ладно, с вами был Artplay, всем пока.